Компания «Днепра» по сравнению с прошлым сезоном сокращается. Максимальная зарплата у лучших игроков составит порядка 15 миллионов. Все-таки не высшая лига. Тем не менее, по всем прогнозам, второе в истории клуба понижение в классе займет минимум времени – один сезон. Сразу три лучшие команды первой лиги напрямую выйдут в элиту. При том, что кроме «Днепра» больше никто пока не заявляет о своих амбициях. А вот что будет с могилевским клубом потом? Без подробностей, но